Саша, глупенько, друзья. Они все слушают. Разве так можно? Ты смотри, взял этой вонючей ногой, блядь, убил женщину. Насап уже собрал я насап. Саба, кстати, нет в наличии, как и выяснилось. Я вам говорил, что их нету, санкций. Я заказал на Пульт.ру, сделал заказ. Ну и что, мне позвонили с Пульт.ру, сказали, извините, санкции, мы их, у нас их в наличии нет и не будет. Всё. Написал другой магазин, который мне телек привозил, там еще другую технику. Те сказали, напишите нам в конце этого месяца, должны приехать. Напишу в конце месяца, может, приеду. Санкции. Конкретно на фирму СВС санкции. Потому что у них DSP-чипы внутри, их не привезти. Тут Ксеносак в чате написал, что якобы у меня комп какой-то не такой. Вы что там, ебанулись что ли? Вот у меня комп достаточно мощный, его очень надолго хватит. У меня вообще, в принципе, техника для ведения канала одна из лучших. Очень мало у кого есть такая техника. По какому случаю решил новую работу оформить? Мне надо на квартиру зарабатывать. Что я не могу жить на съемной. Если я здесь квартиру не куплю, то пиздец будет, вот что. Блять, это меня выбило, короче, нахер из колеи вообще. Охренеть просто, блядь. Такого фиаско в моей жизни еще никогда не было. Та-та-та-та-та-та-та-та. Доп-доп-доп-доп-доп-доп. Есть-есть-есть-есть. Штип-штип-ди-дип. Штип-ди-дабу-ди-дабу-ди-дабу-ди-дабу. Есть. Претендентки на роль жены. Претендентки на роль жены уже появились. Как только узнали, что у меня три работы, уже, блядь, появились. Итак, режиссер Ребекко Регуляр Сити с радостью воспринял возвращение Питера Уэллера. Руководитель проекта Ребекко Пётр Леточ в интервью издания Comic Book рассказал о сотрудничестве с Питером Уэйлером. Алекс Мёрфи, он же Робокоп, ну, актер, который его играл. На протяжении всего процесса производства культовый протагонист франшизы не участвовал в процессе работы никаких трудностей. Мы хотели, чтобы он был в игре с самого начала разорван, но мы знали, что это непростая задача. Самое приятное, что когда он начал впервые попав в студию, произнеся свою первую реплику диалога, Питер сразу же вошел в образ. Ну, достаточно хорошо, что они привлекли актера, который играл в оригинале. Бедный я, 69-летний Джеки Чан, рассекретил, как сейчас выполняет трюки в кино. Много, на самом деле, вариантов. Плюс заняться сексом с криминальным авторитетом. Тоже очень хороший вариант, потому что в конце там как бы мне надо на квартиру зарабатывать. Ну вы достали уже, стреляй. Да блин, достало. Надо как сосредоточиться в этой игре. Я пройду этот уровень вообще. Плюс у меня видео честное сравнение. Я честно сравнил. Там вы в моем видео сравнение плазмы с OLED'ом все честно показано. Мой вывод таков, что OLED современные ярче, это очевидно, это виднее, видно и в видео, и в настройках, и во всем. Это факт, что он ярче.
HDR-контент, безусловно, ну, там вот эти все блики, там прочая всякая херня, это тоже видно все. В HDR там супер яркость, супер блики, супер такие вот насыщенные цвета. Но в SDR-контенте разницы вообще почти нет. Ну, окромя яркости. Но яркость не проявляется так, как в том видео с Samsung. Она проявляется не в том, что OLED более контрастный. Контрастность у OLED и у плазмы одинаковая. Они точно так же могут показывать насыщенные, перенасыщенные цвета и так далее. Плазма может быть, наоборот, более насыщенной из-за большей теплоты цвета. Например, красный цвет плазма показывает лучше, чем OLED. Виталик Чеже красавчик. А да. Ты просто любишь смотреть в чужой карман. Да. Он талантливый, а ты завистливый, да. Бездарный. А я завистливый, да. Согласен, абсолютно верно. Так и есть. Поэтому надо что? Надо донатить только Виталику. А мне не надо. Мне надо на квартиру зарабатывать. Не прыгают. Блях, это муха. Ну какая разница, порнуху с сейвом? Как будто я без сейвов, блин, пройду дальше, чем с сейвами. Я ж не пройду без сейвов-то. Что, ты думаешь, я без сейвов буду лучше играть, что ли? С сейвами у меня хотя бы есть шанс в этой игре. Мне еще не нравится то, что у меня какой-то отклик, знаешь, как будто input lag какой-то сильный, блин. Вроде бы его и нет, но вроде бы она периодически как-то подтормаживает, что ли. Нету вот такой плавности, отзывчивости в управлении. Да я уже решил, что буду сохраняться. Потому что если не сохраняться, я один и тот же уровень буду проходить постоянно. Нахер это надо? Лучше сохраняться, чем играть постоянно в один и тот же уровень. Эта фишка с сейвами, блять, она дает возможность тебе играть не в один и тот же уровень. Меня, понимаешь, бесит то, что оно все тормозит. Оно на приставке так должно тормозить, или у меня на эмуляторе она так тормозит? Чего она периодически тормозит, и управление вот сейчас было. Вот ты такой идешь, она еле-еле, блин. А что тормоза-то такие? Что хрень-то, блять, а? Конечно, тормозит и все. Вот сейчас тормозит, он так замедляется, прям. Я вам говорю, это что-то не так тут. То ли с приставкой что-то не так, то ли еще. Но он тормозит, блять. Я не знаю почему. Блять, надо дойти до конца. Но она тормозит, я вам говорю. Так я не понимаю, почему тормозить-то, блин? Не пойму, блядь, то ли оно так и должно тормозить, то ли чё. Но это вообще ужас, как неудобно играть. То есть мало того, что они со всех сторон валят, еще и нету именно отзывчивости с управлением. То есть постоянно какой-то в каких-то низких FPS играешь. Так, ну ладно, в принципе, я думаю, 10 минут я точно играл. Я, а напомню, почему ты худел и брился? Что я хотел охуенно выглядеть. Чтоб хотел мормышек себе цеплять питерских. Потом я передумал. Я не смотрю Виталика. Я к Виталику очень редко захожу. Потому что там у него новое, я не в курсе. Ну вот сейчас-то тормозит же.
Да, блядь, ну ёб твою душу, мать, ну столько человек убить нахрен, и все равно меня этот гондольер закусал, собака. Ну что за псина, блядь, такая, а? Извините за мат, больше не буду. Ну псина, блин, натуральная псина, а? Ну ты можешь быть нормальным человеком, не кусать меня, как собака несчастная. Ну ты псина. Все, сейвимся. Че, спрашиваете, зачем сейвы нужны, блядь? Такие собаки, блядь, свирепые нахрен. Один кунг-фучан, другой кунг-фучан. И, блин, третий с пистолетиком ходит. Попробуй пройди этот уровень. Так, давай поверху. Чип, тормоза вот эти и неотзывчивость управления, она вообще убивает. Олег, если тебя посадят в тюрьму, ты нам скажи адрес колонии своей. Мы будем письма писать. Много людей, уверен, будут слать простенькие посылки. Чай там или сушки с сигаретами. Все норм будет. Еще ты взял, что меня в тюрьму-то посадят. Ты, Олежа, в камере сидит, в тюремной. Олег, срочно делай 5-минутный перекур. Надо срочно в туалете поплевать с одноглазым змеем. Виталик, чужой красавчик. А да. Ты просто любишь смотреть в чужой карман. Да. Он талантливый, а ты завистливый и бездарный. А я завистливый, да. Согласен, абсолютно верно. Так и есть. Поэтому надо что? Надо донатить только Виталику. А мне не надо. Стальгатор мне на нервы не действует. Все надо сидеть, разжевывать. Каждому объясни, почему такие правила, почему то, почему все. Вот, блядь, никто, нахуй, из стримеров ничего не разжевывает, ничего не объясняет. Все, блядь, бабки гребут только с Ютуба. Один я сижу, блядь, разжевываю, блядь, какие-то правила, нахуй, обсуждаю. Что-то постоянно, блядь, не так я делаю. Все не так, все это не нравится, это не нравится, эти правила не нравятся. Виталик сидит, блядь. Нахуй всех посылает, блядь, 300 тысяч собирает в месяц. Ни одной претензии. Хоть один бы человек сказал, что что-то не так. Идеальный человек. И абсолютно каждый стример, блядь. У одного Гриша миллионер, у второго пятый миллионер, у третьего, блядь, по 300 тысяч собирает, спокойно живет. Я, блядь, нахрен со своими копейками, чтобы собрать хоть что-то. Буду сидеть, блядь, что-то там обсуждать, какие-то правила менять, одну рубрику вводить, 50-ю рубрику отменять, блядь, это что-то переделывать. Все равно всем будет не нравиться, зато все равно вот так, блядь. Один я, блядь, сижу на Ютубе нахрен и все правила какие-то обсуждаю, меняю, что-то там переделываю, какие-то рубрики ввожу, нахуй, отменяю. Мне надо на квартиру зарабатывать. Все другие сидят, нахуй, нормально себе, блядь, стримят, нихуя не обсуждают, только деньги собирают. Все.
Один я готов, блядь, только сидеть нахрен. Мада слёжет с добра духоношнего, и клербят жус малый арбы и муры. Давай, кидай. Олег, прости, я совсем не доначу тебе, потому что нигде не работаю и сижу у мамы на шее. Еще я сижу на всех твоих стримах и готов ради тебя на все. Кстати, не мог бы ты убрать грязь у себя под носом? Охуенный донатик, конечно. Еще и грязь под носом убрать. Грязь под носом — это, наверное, мои усы. Мне надо на квартиру зарабатывать. Я помню, я понял, какой фильм, спасибо. На изгоняющий дьявола 1973. Ёбаные волки, дайте уже выиграть. Я заебался донатить на этот фильм. Олег, ты можешь подкрутить рулетку так, чтобы выпал именно этот фильм? Не, рулетка у нас сверхчестная, подкрутить там ничего нельзя. И потом ждать через 2-3 месяца, когда до его фильма дойдет дело. Или вообще не дойдет никогда, через год, может быть, дойдет. Почему не стреляет? Олег, сколько тебе задонатить, чтобы ты забанил абсолютно весь чат? Чтобы было 322 попущенных. Назови свою цену за этот геноцид. Ой, нельзя задонатить. Таких у меня функциональных возможностей по донатам нет. Олег, спасибо за твои стримы, ты хороший бледуржонок. Почему ты не рекламируешь канал «Я поиграл»? Это твоя сущность, а? А подписывайтесь на канал «Я поиграл», он лучше, чем Олежины стримы делает.